Нягань уже готовится к 80-летию Победы. Жители ищут могилы ветеранов Великой Отечественной, чтобы восстановить и сохранить память о погибших. Инициатор – городской совет ветеранов. В решении непростой задачи участвует и движение первых. О результатах поисковой работы расскажет Татьяна Герт. На памятнике «Красная звезда» едва различимая надпись. Поисковики проявляют находчивость. Смотрите, что мы делаем. Если мы вот так вот намочим, но мы ходили, это было 18 мая. Это было 18 мая, мы просто потерли снегом. А теперь читаем фамилию. Почему могилы оказались заброшенными, не выясняют. Причины могут быть разными. К примеру, человек давно похоронен, а никого из родственников не осталось в живых. Задача добровольцев – восстановить и сохранить память о ветеранах. По спискам у ЖКХ было 164 ветерана Великой Отечественной войны. Мы добавили 24 человека. Идем, смотрим на захоронение, на памятник, на надпись. Смотрим возраст человека. Обращаем внимание на звездочки, но звездочка не всегда показатель того, что там захоронен ветеран. Захоронение фронтовиков ищут среди 1200 заброшенных могил. Добровольцы обходят каждый ряд кладбища. К нягонским поисковикам-пенсионерам подключилась молодежь. Отряд «Движение первых». Вот такое захоронение, естественно, что надо поставить памятник, надо привести в порядок. На каждой найденной могиле участника войны волонтеры размещают георгиевские ленточки и таблички. Они ориентир для коммунальных служб, которые проведут комплексное благоустройство. Сроки сжатые. Впереди юбилейная дата – 80 лет со Дня Победы. То, что видите вот эту табличку, это табличка только лишь участников войны. Эти таблички будут теперь и у тружеников тыла. Мы заказали больше 100. Этих табличек, они будут сделаны, но в этом, конечно, поможет администрация нам. Место расположения могил ветеранов, имена которых уже установлены, внесут в единый электронный список городского кладбища Нягани. Найти, где похоронен участник Великой Отечественной войны, станет просто. Программа «За считанные минуты» покажет, в каком состоянии находится могила, укажет дорогу к памятнику. Татьяна Герт, Максим Куксаус, Вести, Югория, Нягань.